Ух ты, какой огромный интеграл. Хорошо. Сейчас, секундочку. Так, ну хорошо. Мы уже чуть-чуть начали говорить о понятии непрерывности в n-мерном пространстве. Сегодня наша задача, ну, в основном, сколько успеем, конечно, но, в принципе, перенести свойства непрерывных функций, вспомнить, какие мы знали в одномерном случае, и доказать их, какие-то прямо аналогично, какие-то будут отличия, я укажу на них. Вот. Все это перенести на случай функций многих переменных. Давайте только начнем с обещанного примера. Итак, лекция 15, да? Давайте назовем ее «Свойства непрерывных функций». Мы в прошлый раз вот дали определение непрерывности и чуть-чуть поговорили о том, что бывает непрерывность функции. А в целом, да, бывает по какой-то отдельной переменной, если все зафиксировать в данной точке, а одну устремить. И что? Привели пример несложный, да, что из непрерывности по каждой переменной не следует непрерывность, ну, говорят по совокупности переменных. Вот это обычная непрерывность в РН, как мы дали определение. Ну, если подумать, в принципе, да, это неудивительно. Что такое непрерывность по каждой переменной? Это всего лишь как ведет себя функция вдоль оси х и вдоль оси y. Но ведь осью x и y не исчерпывается вся плоскость. Если даже мы говорим про плоский случай, кроме двух осей, там еще целая куча точек. Так что это вроде бы неудивительно. Сейчас я вот приведу пример, который, наверное, покажется более удивительным. Давайте только я напомню все-таки. Да, ну, это не определение, просто напоминание. Да, значит, f непрерывно по переменной xkt, если вот дельта kt f, давайте я напомню, что это такое, да, это f, ну, в точке, давайте там, в точке A. x1, k минус 1, акт плюс дельта xkt, ак плюс 1 и так далее, ан минус просто f от а1, ан стремится к нулю при дельта xkt, стремящийся к нулю. И, кстати, можно в терминах превращений, так же, как и в одномерном случае, записать и определение непрерывности вот по совокупности, да, f непрерывно. Просто непрерывно в точке А. Ну, вот говорят еще по совокупности переменных если, ну, ее превращение в целом, да, дельта F F от А1 плюс дельта X1 и так далее, А N плюс дельта xn минус f от а1 ан стремится к нулю, когда все дельта x1 стремится к нулю и так далее, дельта xn стремится к нулю.
Я в прошлый раз уже не успела вот в таком виде записать определение непрерывности через превращение. А оно полезно, если посмотреть в таком виде, видно, что из непрерывности по совокупности, конечно, следует непрерывность по каждой переменной. Потому что мы же можем в качестве набора дельта x1, дельта xn всегда взять все нули, кроме катова. А каты взять не нулем, и получим в точности верхнюю строчку. Так что давайте это отметим, это в прошлый раз. Возможно, сказали устно, но точно не записали. Из непрерывности по совокупности следует непрерывность по каждой из переменных. И давайте скажем, и, собственно, пример мы привели, да, обратное, вообще говоря, неверно. Вот, мы привели пример, по-моему, да, xy делить на x квадрат плюс y квадрат, да, эта функция, она просто, ну и 0 в нуле, она тождественная 0 на осях, поэтому она, конечно же, непрерывна и по x, и по y, но она не имеет пределов нуле, так что она разрывна. А вот давайте, смотрите, такой пример посмотрим. X квадрат y делить на x квадрат плюс y квадрат. Нет, давайте x четвертый плюс y квадрат. Так еще лучше будет. Все равно, да, сумма четных степеней, неважно, там, четвертый квадрат обращается в ноль только в точке 0,0. Поэтому мы такой формулой можем задать всюду, кроме начала координат, а в начале координат 0. Ну, во-первых, так же, как и вот примеры на прошлой лекции, эта функция непрерывна по каждой из переменных, потому что она вообще на осях тождественной 0 тоже, да? F от 0, y там равно f тождественно, можно сказать, от x, ну, ой, 0, тождественный 0. Везде, кроме нуля, если мы подставим там одну переменную нулем, другую не нулем, получим, что 0 делить на что-то не нулевое, это 0, и в нуле тоже 0. Следовательно, непрерывно по x и по y. Ну, меня точка 0,0, естественно, интересует. Вы, наверное, догадались. Непрерывно по x и по y в точке 0,0. Ну, хорошо. Та функция, которая была в прошлый раз, тоже была непрерывна по x и по y. Но более того, вот я сказала, мало ли что на осях она непрерывна, да, кроме оси еще много чего есть. Хорошо. Вот давайте рассмотрим произвольно. Вот мы посмотрели, да, стремление к точке 0,0 по оси x, по оси y. Давайте возьмем произвольную прямую, проходящую через 0,0. Возьмем прямую. Ну, ее можно записать в виде y равно kx, потому что мы уже оси рассмотрели, поэтому в случае x равно нулю, там, когда k бесконечность, уже можно не рассматривать. И просто подставим функцию. То есть рассмотрим поведение функции вдоль прямой y равно kx. Тоже в точке 0,0. Мы получим... Вот если бы ту функцию, которая была в прошлый раз, xy делить на x квадрат плюс y квадрат, мы бы получили, что предел зависит от k. И это понятно. А тут, ну, собственно, мы так и делали. Мы подставляли xy по одной n, это и есть подставить прямую y равно x, и получали уже одну вторую в пределе. Если тут подставим, мы получим f от x kx. Да, это будет kx куб, да? Тут будет x четвертый плюс k квадрат, x квадрат. Ну, поделю на x квадрат. X не 0, естественно, имеется в виду, я предел буду сейчас смотреть. Kx, x квадрат плюс k квадрат. У меня, в принципе, и k сейчас уже не 0, потому что ось x я уже рассмотрела отдельно. Поэтому понятно, что эта красота стремится к нулю. На x стремящемся к нулю.
То есть смотреть, что получается. Она непрерывна не только на обеих осях, она непрерывна на любой прямой, проходящей через начало координат. Но ведь такие прямые в целом дают всю плоскость, правда? Получается, что мы вроде как для всех точек, все точки рассмотрели, да? На каждой прямой функция стремится к нулю. Нуле ноль. Значит, вроде как она непрерывно должна быть, да? А вот и нет. Смотрите. Пусть y равно x квадрат. Тогда что получится? Рассмотрим f от x, x квадрат. То есть пойдем не по прямой, а по параболе. Давайте как-нибудь пожирнее попробую нарисовать. Чтобы видно было, да? Пойдем к нулю. Вот кривая получилась. Ну, в общем, понятно, по параболе. Что получится? Давайте смотреть. Там не перечисляется. Нет, к нулю, потому что x к нулю, а k у меня уже не ноль. Да, в случае k равно нулю я рассмотрела отдельно, вот там. Это ось, там функция просто тождественная ноль. Получаю x квадрат, да, плюс y, плюс x квадрат. Ой, почему плюс умножить? Х квадрат у, а тут х четвертый плюс у квадрат плюс х четвертый. Одна вторая. Функция разрывна. Но она не, тоже не имеет предела в нуле. То есть важно не только, что мы все точки рассмотрели, важно и то, как мы подходим к точке. Все равно нельзя говорить, что мы там как-то вот по любому направлению подошли к этой точке, да, перебрали какие-то прямые или кривые, которые даже пусть в целом дали нам всю плоскость, и по ним предел получился, значит, он должен получаться в целом не должен. Правильное определение сходимости – это именно сходимость, но в данном случае на плоскость. То есть расстояние от точки до точки в целом стремится к нулю. Вот если расстояние от точки xy до 0,0 меньше дельта, то f от xy минус f от 0,0 меньше эпсилон. И только так. Вот это правильное определение. Ну, в смысле, это один из вариантов проверить. Непрерывность, если говорить именно про стремление там, через неравенство проверка, то правильное неравенство – это именно расстояние. Никакие кривые, видите, тут они нас могут обмануть. Следовательно, f разрывно. Вот. Значит, еще раз, да, что вот что мы молодцы, что выбрали правильное расстояние. И вот, если выбрать правильное, тогда все у нас теоремы продолжают работать. Давайте в этом убедимся, сформулируем и докажем. Ну, что-то коротко, то, что полностью аналогично одномерному случаю, а что-то подробнее там, где есть отличия. Свойства непрерывных функций. Начнем с локальных свойств, непрерывных в точке. Что у нас там было? Арифметические операции. Сохранение знака было, да, локальная ограниченность, все, или что-то еще было из локальных. А, и сложная функция, непрерывно сложная. Вот сложная функция, там поговорим, там есть момент. А первые три совсем простенькие, ну, давайте их сформулируем и докажем. Ну, наверное, арифметические операции начнем, да. Ну, это сразу просто из свойств пределов. А свойства пределов в прошлый раз обсудили. Пусть f g определены на множестве x. Ну, давайте я напомню, что, конечно, давайте договоримся, что мы, как и в одномерном случае, будем теорию строить для случая, когда точка является предельной точкой области определения. В изолированной точке функция по определению непрерывна, но это нам не очень интересно, да? Поэтому давайте а из x, напомню это, а предельная точка x, чтобы понятие предела можно было пользоваться.
если F и G непрерывны в точке А, то их сумма, разность произведения, ну а частное при дополнительном условии, что же от А не нуль. Точки А. А, я договорились с палочкой рисовать. Да, это у нас многомерный случай с палочкой. Вектор. То. Ну, а х, естественно, из РН. На всякий случай, да, мы в n-мерном пространстве. F плюс минус G. F умножить на G. И, ну, если G от А не равно нулю, F делить на G также непрерывно в точке А. Ну, доказательства давайте коротко скажем. Мне кажется, тут все понятно. Это сразу следует из определения Пагейна, да, из формального определения достаточно. Просто формальное определение, что непрерывность точки — это когда предел совпадает со значением в точке. И арифметика пределов, которую мы обсудили в прошлый раз. Вот ее мы через Гейна, да, доказали. А это можно просто сослаться на ту теорему. Доказательство сразу следует. Из определения и теоремы об арифметике пределов. Вот, вот и отлично. Ну что дальше? Ну давайте локальную ограниченность, да? Локальная ограниченность функции — то же самое, как в одномерном случае. Если функция непрерывна в точке, то она ограничена в некоторой окрестности этой точки, но пересеченной с областью определения, конечно же. Значит, теорема 2. Локальная ограниченность. Пусть. Ну, я уже не буду тогда. Да, можно, я один раз сказала, вот, что функция будет определена на области определения, и А — это предельная точка области определения. Это везде подразумевается. F непрерывно в точке А. Тогда она... Ну, тогда существует дельта больше нуля, да? Ну, так сказать. Такое, что F ограничено на множестве дельта окрестности. Здесь не проколотая, потому что функция непрерывна, значит, в самой точке тоже определена, пересеченная с областью определения. Ну, давайте какую-нибудь фразу вот здесь напишем. Везде по умолчанию. Х – область определения. И А – предельная точка Х. Если не оговорено обратное, да, если не какой-нибудь там хитрый пример хотим рассмотреть, за Х всегда давайте будем обозначать, ну, по возможности, область определения функции, если не сказано, все равно это Х. И точку, в которой вот мы непрерывность рассматриваем, это предельная точка. Хорошо. Ну, это сразу следует из определения по Кауши, да, как и в одномерном случае, впрочем. Доказательство... Ну, возьмем в определение. Непрерывности по Кауши. Ну, эпсилон n, как обычно, единичкой, да?
Ну, стандартно. Тогда найдется дельта больше нуля. Такое, что... Но мы в определении писали для любого x из области определения такое, что расстояние от x до a меньше дельта. Но это и есть дельта окрестность, пересеченная с областью определения. Поэтому можно сказать сразу для любого x. Это просто короче чуть-чуть из дельта окрестности. Точки а, пересеченной с областью определения, будет выполнена модуль f от x минус f от a меньше единицы. Но это равносильно тому, что там... Или давайте следует, нам же нужна ограниченность, нам достаточно оценочки. F от x меньше, чем модуль f от a плюс 1. Точно вот так. Вот. Ну и все. Это и есть ограниченность. Это и есть ограниченность. Отлично. И последнее. Простенькое, то, что прямо аналогично, это сохранение знака. Тоже из определения по Кауши. Теорема 3. Сохранение знака. Пусть f непрерывно в точке А. Если она в этой точке имеет определенный знак, больше нуля или меньше нуля, то опять же найдется дельта больше нуля. Такое, что этот же знак сохраняется в некоторой окрестности, ну, тоже, можно сказать, пересеченный с областью определения. Больше нуля или меньше нуля для любого x из дельта окрестности точки А, пересеченный с областью определения. Можно для простоты, конечно, сказать, что функция определена в целой окрестности, тогда он сохраняется в целой окрестности. А если хотим более общий случай, то надо пересечь с областью определения. Все равно это следует из определения непрерывности по Кауши. Тут нужно в качестве эпсилона взять, ну, какой-нибудь там f от a пополам, если положительно, или там, модуль f от a пополам, чтобы сразу оба случая охватить. Давайте модуль возьмем. Доказательство. Возьмем в определении непрерывности по Кауши. Эпсилон равно, давайте, модуль f от a пополам, но это будет положительная величина, потому что f от a у нас не ноль. Тогда найдется дельта. Такое. Ну, зависит от эпсилона, понятно, но эпсилон фиксировано, значит, и дельта найдется какое-то конкретное такое, что для любой точки x из дельта окрестности точки а, пересеченный с областью определения, будет выполнено модуль f от x минус f от a меньше, чем модуль f от a пополам, да? Раскроем, получаем, что f от a минус модуль f от a пополам, да, f от a плюс модуль f от a пополам. Ну, видно, что если f от a положительная, то левая часть неравенства положительна, а если f от a отрицательна, то правая часть неравенства отрицательна, а значит и все части. Да? Отсюда получаем, что f от x больше f от a пополам больше нуля при f от a больше нуля.
это вот эта часть, и f от x меньше f от a пополам меньше нуля при f от a меньше нуля. Все. Видите, тут ничего нового по сравнению с одномерным случаем не возникло. Ну, хорошо. Посложнее ситуация с непрерывностью сложной функции. Почему посложнее? В принципе, идея та же. Давайте вспомним, в одномерном случае, как мы доказывали непрерывность сложной функции? Через определение по гейн. Мы брали произвольную, ну, у нас была функция f от φ от t, да, мы вместо x подставляли φ от t. А мы брали произвольную последовательность, ну, t какую-нибудь n-ную, да, стремящийся к t0. Говорили, что тогда φ от tn стремится к φ от t0, потому что непрерывно. А φ от tn, с другой стороны, это xn. То есть последовательность значений внутренней функции – это все равно, что последовательность аргументов внешней функции. Ну, а раз xn стремится к x0, то f от xn должно стремиться к f от x0. Вот, собственно, мы и доказали все. Здесь, в принципе, то же самое. Проблема в том, что мы одну как бы многомерную функцию в другую многомерную функцию подставляем, и вот эта вот промежуточная функция фи от t – это не числовая функция, а вектор функции. Можно воспринимать как вектор функции или как набор числовых функций. Вот давайте обсудим определение, собственно, сложной функции. Определение, ну, первое сегодня получается, да? Пусть функции фи1 и так далее, фин определены все на множестве. Определение там глобальное на множествах, а теоремку в точке сформулируем. На множестве t под множество k-мерного пространства. Я хочу показать, что, в принципе, произвольное количество n функций от k-переменных, как произвольный случай. N и k любые. Тогда вот их значения как бы в совокупности дают нам некоторое подмножество n-мерного пространства. Обозначим его через x. Обозначим x, это множество таких точек x1, xn из n мерного, таких, что x1 равняется φ1 от t, и так далее, xn равняется φn от t, а t из t, извините. То есть точка t это тоже вектор. Точка t это, в свою очередь, расшифрую, да, t1, tk. Тоже вектор. Когда точка t пробегает некоторое множество t, это общая область определения для всех функций φ1, φn. Значение этой функции, ну, представь, при каждом t мы посмотрели значение каждой функции, это дало нам какой-то набор из n чисел. Этот набор мы назвали координаты точки x. И вот, когда t пробегает множество t, вот эти координаты x пробегают некоторое множество n-мерного пространства. Назовем его x. Чтобы нам корректно определить сложную функцию, надо вот такое сделать. Если теперь f работает из x уже в числовое, да, под множество числовой оси, то говорят, что на множестве t задана сложная функция f от фи от t. Ой, f не надо с черточкой, а вот фи и t надо. Ну, или f от фи давайте, да? F от фи. Мы аргумент не пишем, да? Который работает из t в r. То есть мы функцию f
вместо иксов подставляем значение функции φ в точке некоторой t камерного пространства. Штука в том, да, вот что у функции f, вот эта вот функция φ, это не одна функция, при этом, давайте напишем, да, при этом, а давайте лучше на той доске, мне кажется, лучше видно будет сейчас. Функция фи у нас работает из множества t в множество x. t это подмножество камерного пространства, а x это подмножество n-мерного пространства. То есть фи, ну давайте, такой термин, он вам еще встретится, я уверена. Вектор функции. Мы не будем особо им пользоваться. Нам это понадобится только вот... Ну, нет, не только. Мы еще дифференцирование сложной функции будет. Так что мы сможем и пользоваться. Вектор функция, то есть это функция, у которой и аргумент многомерный, да, вектор, ну, вектор, и значение вектор. Что-то двоеточие как-то странно. Давайте вот это сатрату. Какой-то пип двоеточих получились. Ну, вот так. Вот если так определить сложную функцию, то для нее остается справедливой теорема о непрерывности сложной функции. А именно пусть все функции, да, теорема 2, 3, 4, да? Теорема 4. Непрерывность сложной функции. Пусть. Ну, я определение только что сформулировала, поэтому здесь коротко скажу, да? F от фи. T в R. Сложная функция, вот в смысле только что данного определения. Если все функции... Фи 1, фи n непрерывны в некоторые точки. Ну, давайте а из t, а функция f непрерывна в точке b из x, где b, точка b это точка с координатами b1, bn, b, ну давайте, житое, да, это есть фи житое от a, g от 1 до n. То есть b это соответствующая точка, та, куда функции фи переводят точку а. Вывод, то сложная функция, то функция f от фи непрерывна в точке а. Ну, доказательство, как я уже сказала, доказательство это определение, ну, несколько раз использование определения непрерывности Пагейна, а именно три раза для внутренних функций, для внешней функции и для сложной функции. Значит, пусть получается Tm, да, последовательность, ну, произвольная такая, что все tmt лежат в множестве t и стремятся к точке а.
тогда, поскольку функции фи все непрерывны в точке А, тогда из определения непрерывности по Гейне... Ой, ушко стерла, сейчас. А тогда из определения непрерывности по Гейне что будет следовать? Что каждая фи житая стремится к фи-ата. Ну, к фи-житая-та. Что фи житая ТМ стремится к фи житая от А, которое мы обозначили через Б житая. Давайте сразу заметим, да? Ну, стремится, естественно, прием стремящимся к плюс бесконечности, G от 1 до N. Раз, записали определение непрерывности по Гейне. Давайте эти фижиты от ТМТ обозначим как-нибудь. Через иксы, да? Обозначим. Икс житое М. Это фижитое от ТМ. А, соответственно, XM это точка с координатами X1M. И так далее, xnm. Xg с индексом m это числа, да? Их, ну, как сказать, n наборов последовательности. Индекс m бежит до бесконечности от единицы, а g пробегает от 1 до n. То есть мы имеем n наборов числовых последовательностей. Если мы их скомпонуем в один вектор, мы получим последовательность точек n-мерного пространства. Тогда... Во-первых, по определению сложной функции xm из x, а tm я вот тут вектор забыла поставить сложной функции, да? Почему? Потому что tm лежит в множестве t, тогда по определению образа значения, да, должны лежать в множестве x. Функции, и xm сходится к b. У нас была лемма о том, что последовательность сходится тогда и только тогда, когда она сходится по координатам. Снова пользуемся определением непрерывности. Значит, f непрерывно в точке b. Значит... Если последовательность аргументов, а для функции f, xm – это аргументы. Если последовательность аргументов сходится к точке, то последовательность значения функции сходится к значению в этой точке. Сила непрерывности. Сейчас. Следовательно, f от xm сходится к f от b. Второй раз записали определение непрерывности по Гейне для внешней функции. А теперь скомпонуем их вместе. Что же мы получили? Мы получили, что для любой последовательности tm... такое, что tmt, где лежат в множестве t, tmt стремятся к a, выполнено. Давайте запишем подробно. F от чего? Что такое x1? Это фи1 от tm. И так далее, фин от tm. К чему стремится? F от B. А что такое B? B – это точка с координатами φ1 от A и так далее, φ1 от A. Значит, стремится к F от φ1 от A, φn от A. Но это и есть третий раз записанное определение непрерывности по Гейне, только теперь для сложной функции. Это означает,
то сложная функция. F от φ непрерывно в точке А. Какую бы последовательность мы не подставили, стремящуюся к точке, ну, последовательность аргументов, разумеется, последовательность значения стремится к значению в точке. Все, теорема полностью доказана. То есть, в принципе, никаких отличий, ну, особых, принципиальных отличий от одномерного случая нет. Есть вот этот нюанс с промежуточной функцией, что это теперь вектор функции. Хорошо, давайте отдохнем. Как раз мы с локальными свойствами разобрались. После переменки будут глобальные свойства.
Так, ну что ж, давайте продолжать. Давайте теперь поговорим о глобальных свойствах непрерывной функции, то есть о свойствах функции непрерывной на множестве. Соответственно, это аналог того, что у нас в одномерном случае было для функций непрерывных на отрезке. Что у нас там было? Прохождение через промежуточное значение, да, была теорема. Две теоремы Вейерштрасса, ну, еще была равномерная непрерывность теоремы Кантора, но это, я не знаю, успеем сегодня, нет, если не успеем, тогда это в следующий раз, это такая отдельная маленькая тема, ее, конечно, тоже обязательно мы обсудим. Вот. Здесь похитрее условия на множество, потому что что такое аналог отрезка в каждом из случаев? Для теоремы о прохождении через промежуточные значения на самом деле не так важно было, что это именно отрезок. Просто, ну, если бы это был интервал или полуинтервал, непонятно, а, так сказать, что такое граничное значение, да, промежуточное значение между чем и чем. Вот. Поэтому, ну, можно сказать, там, если достигается его там, максимум минимум через любое промежуточное значение между максимумом и минимумом. И не обязательно на отрезке, можно и на всей прямой, и на интервале. Там от множества была важна другая характеристика. И вот это давайте сейчас обсудим. Определение 2, да? Предварительно мне нужно дать определение непрерывной кривой. Извините. Ага, хорошо. Определение непрерывной кривой. Почему? Потому что нам потом понадобится такое множество, которое как бы состоит из одного куска, оно называется линейно связанным, чтобы любые две точки можно было соединить кривой. Но у нас есть определение кривой в... На плоскости, ну и в трехмерном пространстве мы говорили, тут абсолютно аналогично. Значит, ну, кривой, в принципе, кривая всегда непрерывной. Непрерывной. В Rn назовем множество. Ну, x1 и так далее, xn из r, таких, что x1 это φ1 от t, t это здесь обычное число, число параметров, да, и так далее, xn это φn от t, t пробегает отрезок альфа-β, если все функции... Фи 1, фи, можно так сразу все их напишу, непрерывны на отрезке альфа. Полностью аналогично определению кривой на плоскости или в пространстве трех переменных. Вот. То есть у нас есть некий параметр t, ну, скажем, время, да, он бежит по отрезку альфа-бета, и в каждый момент времени у нас есть, ну, n-функции, они задают точку в n-мерном пространстве, вот она проходит какую-то кривульку. И определение 3. Множество. Ну, давайте какое-нибудь А. Под множество n-мерного пространства называется линейно связанным. Такое вот слово связанным. Не связанным, ладно, а связанным. Вот. Если любые его две точки... Ну, давайте я сейчас сначала неформально скажу, а потом поясню, что это значит. Хотя, я думаю, всем понятно, что это значит. Но напишем формально, нам-то в теореме понадобится. Любые точки. Ну, давайте x1, x2 из А можно соединить... непрерывной кривой
теперь важно, что L целиком лежит внутри множества А. Понятно, сначала картинку, а потом поясню, что значит непрерывно соединить. Ну вот, вот какое-нибудь такое вот множество подойдет. Ну, я заштрихую дополнение, да, чтобы было понятно. Вот. Заштрихую то, что не вошло в множество. Почему? Ну, потому что какие бы две точки я не взяла, да, x1, x2. Я могу кривульку нарисовать, которая их соединит. Не обязательно прямолинейным отрезком, да, если можно соединить прямолинейным отрезком, это множество уже называется выпуклым, это более сильное условие. Даст, годится любая кривая, лишь бы она целиком лежала в множестве. А, например, множество, состоящее из двух кружочков, не пересекающихся, вот я тоже заштрихую дополнение, да, вот оно не является линейно связанным. Это вот. Ну, совершенно понятно, почему. Потому что я возьму одну точку отсюда, другую отсюда. Я никак их не соединю кривой, чтобы она целиком лежала в множестве, да? Если бы они входили с границы, то да, тогда бы мы через границу протащили. А если открытые круги, то нет. Это важное понятие, важное свойство множества в том смысле, что если можно соединить кривой, мы можем как бы по непрерывности какое-то свойство протащить из точки x1 в точку x2. А если не является, то не можем. Угу. Еще хочу обратить внимание, вот этот момент, один из совсем немногих моментов, которые мне не нравятся в нашем учебнике. Вообще учебник написан очень выверенно и замечательно, я имею в виду и Ильин Сендов-Садовничий. Ну, вот этот момент мне не нравится. Там это множество называется просто связано. Ну, если я не путаю, кажется. Вот. Я не согласна, потому что это разное понятие. Есть понятие связанное множество, это немножко другое. Не буду сейчас вдаваться, это, так сказать, нам не пригодится. Но, тем не менее, я настаиваю, что более правильно говорить линейно связано. Ладно, хорошо. Так значит, что значит можно соединить непрерывной кривой? То есть, значит, есть функции, да? Ну, короче говоря, как сказать, φ1 и n непрерывны на альфа, бета, l. Это множество x, ой, множество x таких, ну, из, давайте сразу из а, да, таких, что x1, 1, это φ1 от t, и так далее, xn, это φn от t. Т бежит от альфа до бета, да? Вот она, кривая, непрерывная, целиком лежащая в множестве. А что значит, что она соединяет точки? Значит, x1. Мы попадаем в момент времени альфа. Это x1 от альфа и так далее. xn от альфа. Ой, φ1 от альфа, да? φ1 от альфа, φn от альфа. То есть, если мы подставим начало, первый момент времени начальный, то мы попадем в точку x1, а если финальный, то в точку x2. Это вот формальная запись того, что мы соединили точки непрерывной кривой, ну и целиком лежащие в множестве. Да? При этом все эти точки x попали в наше множество. Какая же теорема? А теорема вот какая. Так, теорема 5, да, прохождение через промежуточное значение. Если у нас функция непрерывно на линейно связана в множестве, то какие бы две точки мы ни взяли, и, ну, и значение, соответственно, в них вычислим, на любой непрерывной кривой, соединяющей эти точки, принимаются все промежуточные значения. Давайте это формально запишем. Обратите внимание, тут формулировка, ну,
не похоже на одномерный случай, так не догадаешься, какое множество надо взять и где, собственно, должны приниматься эти промежуточные значения. Итак, пусть f непрерывно. Я, кстати, не сказала, что такое функция непрерывно на множество, ну, тогда сейчас прямо здесь поясню, ну, как обычно, да, на линейно связанном. Увлеклась линейной связанностью и забыла дать определение непрерывности функции на множество. Сейчас мы это исправим. В множестве А в Rn. А в скобках скажем F непрерывно на множестве А, ну, как обычно, если она непрерывна в каждой точке этого множества. В любой точке. Вот. Пусть x1, x2, любые точки множества А. И давайте мы так уже делали, чтобы не рассматривать два случая, обозначим через так. Альфа у нас занята, а занята, ну, не знаю, А и Б у нас не заняты. Давайте А маленькое это будет наименьшее из значений в x1 и x2, а Б маленькое наибольшее, да? Там у нас были альфа и бета, но тут я их заняла под отрезок. А это минимум из f от x1, f от x2. А бета максимум. Так, ну, стираю картинку, да, мы, думаю, все поняли, что здесь происходило. Ну, промежуточное значение давайте все равно гаммой обозначим. Тогда для любого гамма из отрезочка АВ. Немножко, конечно, это, так сказать, дурной тон, да, греческая буква между латинскими, ну, переживем один разок, да. Для любой непрерывной кривой L, лежащей в множестве А, соединяющей x1 и x2, найдется точка С на этой кривой, такая, что f от С равно гамма. Вот что такое прохождение через промежуточное значение, да? Значит, от множества требуется только линейная связанность. Какие бы две точки мы ни взяли, как бы мы их ни соединили непрерывной кривой, лишь бы она лежала в нашем множестве, любое промежуточное значение где-то в какой-то точке этой кривой будет приниматься. Доказательство, на самом деле, не очень сложное. Вот после того, как мы все это аккуратно расписали, мы сейчас увидим, мы подставим уравнение кривой в нашу функцию, и все сведется к одномерному случаю. Доказательство. Ну вот пусть L, как было, да? Как я только что стерла, но еще раз придется написать. X1 это фи 1 от t, xn это фи n от t, t бегает от альфа до бета, фи 1 фи n непрерывны на альфа бета. Значит, тогда, соответственно, x1 имеет координаты фи1 от альфа, фи n от альфа,
x2 имеет координаты φ1 от бета, φn от бета. Тогда давайте подставим это уравнение x1, xn в нашу функцию f. Подставим уравнение кривой в функцию f. Что мы получим? Мы получим сложную функцию. Да, f от фи. Ну, давайте от фи 1 фи n, чтобы было попонятнее. Да, я вместо иксов подставила фи, фишки. А что это будет за функция? Откуда и куда она будет действовать? Она будет определена там, где определены функции фи 1 фи n, то есть на отрезке альфа-бета. Ну, а куда действует? Ну, куда-то, куда действовала функция f, то есть куда-то в ее множество значений, какое-то подмножество числовой прямой. Что же мы получили? Мы получили обычную функцию одной переменной. Сложная функция f от фи неожиданно оказалась функцией одной переменной t, определенной на отрезке альфа-бета. Да? Функция одной переменной. Теперь что про нее можно сказать? По теореме о непрерывности сложной функции, которую мы только что доказали, она непрерывна, потому что все функции φ1, φn непрерывны на отрезке, а функция f непрерывна на всем множестве. Давайте еще есть местечко по теореме о непрерывности сложной функции. F от фи непрерывно на альфа-бета. И ее значение в концах отрезки это вот А и Б, да, А это минимум из F от фи от альфа и F от фи от бета. А b это максимум, потому что f от фи от альфа это f от x1, f от фи от бета это f от x2. Да, фи от альфа это x1, а это x2. Ну, для функции одной переменной теорема прохождения мы хорошо знаем, если функция непрерывна на отрезке, она принимает все промежуточные значения. Значит, для любого гамма из А, Б найдется. Кто найдется? Ну, не знаю, Т0 из альфа-бета. Такое что? F от фи от Т0 равняется гамма. Ну, по теореме о прохождении через промежуточные значения длинное название для функции одной переменной. Собственно говоря, можно я даже не буду писать? Вот фи от Т0. А, пусть.
функция это φ от t0. C лежит на кривой L. Вот это φ от t0 и обозначим за C. Да, то есть в какой-то момент, что получается, в какой-то момент времени t0 сложная функция приняла значение гамма. Посмотрим, где мы находились в момент времени t0. Где-то на кривой L, потому что t0 – это момент времени между альфа и бета. А мы, вот, когда ты бежала от альфа до бета, все время шли по кривой L. Значит, в момент времени t0 мы тоже находились на кривой L. Вот эту точку, где мы находились в момент времени t0, и обозначим через c. Все. Вот все и доказано. Так и не вполне очевидная теорема, хотя, по-моему, так, если подумать, ну, получается довольно красиво. Все свелось к функции одной переменной. Хорошо. И осталось у нас две теоремы Вейерштрасса. Давайте, наверное, на сегодня две теоремы Вейерштрасса, а, наверное, перерыв с Кантера, не будем никуда спешить. В следующий раз ее... В принципе, в следующий раз мы начинаем новую тему дифференцируемость, но равномерная непрерывность, она как раз промежуточная между непрерывностью и дифференцируемостью, поэтому будет нормально, если мы с нее начнем. Так, первая теорема Вейерштрасса, ну, тут, наверное, никаких, ну, не знаю, нужно давать определение функции, ограниченной на множестве. Ну, давайте дам определение функции, ограниченной на множестве и точных граней. В принципе, они абсолютно как в одномерном случае, но для порядка давайте дам. Это что будет определение третье? Четвертое, да, там что было? Четвертое, кажется. Значит, f. Ой. Ну, давайте. Из x в r, да, ограничено на множестве. Ну, давайте, есть здесь множество k в честь компакта, потому что у нас сейчас будут ограничены замкнутые множества в теоремах Вейерштрасса. Мы не будем говорить слово компакт, но, точнее, не будем его писать. Ну, под множестве x, если существует, ну, как обычно, m, m. R такие, что M. Ну, множество его значения ограничено. А множество его значения – это обычное числовое множество, да? Ничего нового по сравнению с одномерным случаем тут нет. И давайте достигает своих точных граней. Определение 5. Ну, точнее, фу, достигает это в теореме, а что такое точные грани, да? Число m со звездочкой из r. Ну, я параллельно верхний и нижний, потому что тут тоже определения абсолютно такие же называются. А можно я аббревиатуре точной верхней грани, мы же уже знаем, чтобы покороче было, ладно? А, соответственно, m со звездочкой точной нижней гранью функция f на множестве, ну, давайте тоже k. Под множество, естественно, области определения, если, ну, как обычно, выполнено два условия. Что это действительно? Давайте я про m со звездочкой буду говорить, а писать параллельно. Действительно, верхняя грань, то есть f от x, не превосходит m большое со звездочкой для любого x из k. И второе. Нельзя уменьшить для любого эпсилона больше нуля. Найдется какой-нибудь там x-штрих. Такое, что f от x-штрих будет больше, чем m со звездочкой минус эпсилон. Ну и, соответственно, вот так. Обозначение стандартное. М со звездочкой это супремум на множестве КФ от x. М малое со звездочкой это инфимум. Вот. Так.
Шестая теорема, да, получается, первая теорема Вейерштрасса. Первая теорема Вейерштрасса. То пусть F непрерывно на замкнутом ограниченном множестве k. То есть коротко будем писать F непрерывно на k. Так и в одномерном случае. Значит, да, вот два свойства, две характеристики, которые нам были, я уже об этом говорила неоднократно, да, они были нам важны. В одномерном случае мы брали отрезок. Две характеристики отрезка были нам важны. Ограниченность, чтобы применить теорему Бальцана-Вейерштрасса, и замкнутость, чтобы быть уверенным, что при переходе к пределу мы не выскочим за пределы нашего множества. Замкнутость в данном случае, я пользуюсь одним из эквивалентных определений о том, что множество замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки. Если мы возьмем какую-то сходящуюся последовательность точек множества k, ее предел гарантированно лежит в множестве k. Вот эти две вещи мне важны. Если хотя бы одно из этих условий нарушается, вообще говоря, нарушается теорема. Заключение теоремы может не иметь места. А какое заключение? Что функция ограничена. Тогда f... Вот по модулю того, что мы отрезок меняем на ограниченное замкнутое множество, абсолютно такое же, как в одномерном случае. Предполагаем противное, берем последовательность, по которой функция идет к бесконечности, выделяем сходящуюся подпоследовательность. По этой подпоследовательности функция должна идти к значению в точке, потому что она непрерывна, и мы получаем противоречие. Собственно, все. Давайте это запишем аккуратно. Предположим, что f не ограничено на k. Тогда для любого, ну давайте здесь m натурального, найдется точка xm из k такая, что f от xm больше, чем m по модулю. Не ограничено. Последовательность xm ограничена, поскольку множество k ограничено. Xm так как k ограничено. Значит, по теореме Бальцана-Вейерштрасса можем выделить сходящуюся подпоследовательность. Следовательно, можно выделить сходящуюся подпоследовательность XKM. Теорема. Можно по первым буквам Бальцана-Вейерштрасса. Доказывали ее с вами, правильно? И пусть это xkm сходится к какой-то точке x0. Ну, раз она сходящаяся, она к чему-то должна сходиться. Логично? Поскольку множество замкнуто, точка x0 ему принадлежит. Вот здесь важный момент замкнутости множества. Да? Когда мы доказывали про отрезки, мы говорили, что если последовательность точек, сходящаяся последовательность, лежит на отрезке, то ее предел тоже лежит на этом отрезке. Это и есть свойство замкнутости отрезка. Он содержит предельные, там, граничные точки. Значит, множество k замкнуто. Замкнуто.
След, давайте напомню, содержит все свои предельные точки. Следовательно, х0. А напомню, понятно, что это предельная точка, да? Предел последовательности – это всегда предельная точка, потому что в любой ее окрестности лежит бесконечно много элементов множества. Собственно, все элементы последовательности, начиная с какого-то номера, да? И можно еще, еще одну импликацию здесь же напишу. Следовательно, f непрерывно в точке х0. Зачем нам нужно, чтобы х0 лежало в k? Нам нужна непрерывность в этой точке, а функция непрерывна везде на множестве k, значит, в частности, в точке х0. Но тогда f от xkm, так, km, да, km, должно стремиться к f от x0. Ну, это противоречие с тем, что у нас по построению f от xkm больше, чем km. А понятно, км – это натуральные номера, они с ростом m, они берутся же в порядке возрастания строгого, с ростом m они у нас бегут на бесконечность. Эта штука у нас к плюс бесконечности идет. Одна и та же последовательность не может стремиться к плюс бесконечности и к конечной точке, к конечному пределу. Это обычные числовые последовательности, если что. Ну, значит, наше предположение неверно, значит, функция все-таки ограничена. И последняя на сегодня теорема. Ну, там доказательство полностью аналогично одномерного случая, я его коротко проговорю. Вторая теорема Вейерштрасса. Там точно так же от противного доказывается теорема о том, что она достигает своих точных граней. Теорема 7. Дайте я тут вот немножко так вот с халтуры. Вот так вот, а это не буду стирать. Можно было даже и начало условия не стирать, но я уже стерла. Теорема 7, вторая теорема Вейерштрасса. А я тут коротко напишу, пусть f непрерывно на k, k ограниченное замкнутое множество. Ну, k из Rn, естественно. Оно и там было из Rn. Ограниченное замкнутое множество. Можно я здесь словами напишу, тогда f достигает своих точной верхней грани и точной нижней грани на множестве k. Тогда f достигает на k своих точной верхней грани и точной нижней грани. Помните, да, ну, давайте сейчас, кто не помнит, сейчас вспомним, а от противного предположим, что не достигает, и придем к противоречию с тем, что это точная грань. Смотрите, давайте для верхней грани проведем. Предположим, что f от x строго меньше, чем m со звездочкой для любого x из k. Где m со звездочкой – это точная верхняя грань, супрему, f на k. Да, если не достигает, значит, строго меньше. Он меньше или равно, а если ни в одной точке не достигает, значит, строго меньше. Тогда, помните, рассматриваем вспомогательную функцию. g равное 1 делить на m со звездочкой минус f. Имеем право тогда делить, потому что знаменатель строго положительный. М со звездочкой минус f строго больше нуля. G непрерывно на k. Ну как? Частная двух непрерывных функций, знаменатель не обращается в ноль. Следовательно, по первой теореме Вейерштрасса ограничено. Mm.
ограничено на К по первой теореме Вейерштрасса. То есть, да, существует некоторая константа, там А положительная, такая, что G от X строго меньше, ну, не строго меньше, меньше равно А для любого X из К. Нам важна ограниченность сверху, это положительная функция, поэтому снизу за нулем ограничена, например, ну, ну, и решаем это неравенство минус F. От x меньше или равно. А, я сразу решу, у меня все положительно, могу поэтому спокойно домножать на знаменатель в данном случае. Домножу, перенесу, получится, что f от x меньше или равно m со звездочкой минус 1 на а для любого x. Получилось, что мы уменьшили. Да, это же меньше, чем m со звездочкой. Мы смогли уменьшить точную верхнюю грань, а точную грань уменьшать нельзя. Следовательно, m со звездочкой не точная верхняя грань, ну а мы утверждали, что точная. Мы брали как точную. Мы пришли к противоречию, значит, наше предположение неверно, значит, точная верхняя грань достигается. Ну, нижняя тоже достигается абсолютно аналогично. Вот. Вот такие вот теоремы. Вот видите, основные свойства непрерывных функций, в общем-то, они все и в многомерном случае верны, ну вот с некоторыми, может быть, поправочками. Хорошо, ребят, спасибо, тогда на сегодня закончили. Если вопросы. Все, если есть вопросы, подходите.